Здравствуйте, с вами Андроид Андроидович. Сегодня хотел рассказать о новой гонке, которая называется Rush Rally. Она представляет из себя, вот если вы слышали, знаете такую игру, Colin McRae, вот очень сильно на нее похожа, но вид маленько другой, вид сверху. Различные, как я понимаю, места, в которые мы сможем, Греция, это я такой страны не знаю, Кингдом и многие другие места, где мы можем потом путешествовать, кататься. Нажимаем United Kingdom, нажимаем следующий. Вот тут различные стадии. Первую я прошел, давайте начнем со второй. Так, происходит загрузка. А графически достаточно игра достойно сделана. Ну, такая прямо вот для поклонников Colin McRae. Как видите, все на русском языке. Управление очень простое. То есть у нас газ, тормоз есть вправо-влево. Вот так мы с вами управляем. Вид, как видите, сверху, то есть вид менять мы не можем. Вот, показано с правой стороны, какая наша скорость. Также показана трасса, сколько мне осталось проехать, время, за какое мы проезжаем, и наша цель, за какую мы должны проехать. Очень прикольная игра. Кстати, вначале, когда игра запускалась, она автоматически определяла качество графики. То есть, в зависимости от вашего устройства, такое будет качество графики. Вот. И наша основная цель, как я говорю раньше, доехать до конца. А машин нам, машин, мы не будем бороться с машинами, да, там первое, второе место занять. Нам надо доехать, главное, до конца, за определенное количество времени. Ну, такая достойная игра, достойная гоночка. Она очень похожа на Colin McRae, только еще расскажу, вид сверху. Вот. Как я понимаю, разработчики только игру выпустили, поэтому машина только пока это доступна одна, но потом, как я понимаю, разработчики обещают выпустить и остальные машины, в которые мы можем выбирать. У них будут различные характеристики, которые позволят вам, ну, с помощью этих характеристик вы сможете, там, например, гораздо быстрее ехать, лучше тормозить и многое другое. Ну, это я практически проехал первую гонку. Сейчас я ее закончу. Ну вот, я и прошел. Как видите, я прошел. Легко и просто. Что тут показано, время, за которое я проехал. И мы начинаем следующий этап. Итак, вот потихонечку проходим различные трассы. Вот, выигрываем эти трассы и идем дальше. Достаточно интересная игра. Вот, если вам нравятся гонки, понравилась данная игра и данная графика, советую в данную игру сыграть. С вами был Андроид Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой топ-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.